Зачем держать тот измененный предмет? Отчет об экскурсии в зеркало 7C. Субъект – агент Харди. Харди провел около 3 часов в зеркале, что является рекордом. Можете ли вы описать свой опыт, агент Харди? Все я дошел к разману лодмадам. Имя вы миссас, имя взор, а с дюверя вас зеркаду вымышлю. Агент Харди физически здоров, все анализы чисты. Но проблемы с речью сохранились на протяжении часов. Успокойтесь, агент. Это может быть психосоматика, но тот факт, что это произошло после возвращения из зеркала, делает более вероятным параестественное объяснение. Рекомендую ряд тестов и карантин оранжевого уровня. Похоже, там находится зеркало.
Ставни на изображении выглядят иначе. Что я упустила? Зачем эти ставни? Какой странный способ что-то запирать. Погоди, что-то тут не так. Да, это нехорошо. Я вас не понимаю. Вы должны выслушать. Я там что-то видел. Внутри что-то есть. Вы должны изолировать зеркало. Почему вы так разговариваете? Что с вами? Со всеми вами? В этом долбанном зеркале что-то есть!
Ты это видела? Там кто-то есть. А вот к цели, ну, с ней нельзя. Я ни одного слова не поняла. Лев и сижу в цардзун. Вот это паршиво. Ты всего лишь жалкая голубь. Еще одна?
Надеюсь, это было последнее. Теперь понятно, почему они закрыли зеркало. Интересно, что бюро делало с этим предметом? Ну что ж, теперь оно очищено, шумов нет. Значит, закончили. Thank you.
августа 1964-го мы обнаружили старейший дом во время расследования предполагаемого альтернативного мирового события в туннелях метро Нью-Йорка. Агенты нашли путь в здание. Как только мы узнали об этом, оно было там. Для остальной части населения дом скрыт из виду. Неуловимая слепая зона, препятствующая наблюдению. Это место силы. Непрерывное АМС само по себе, казалось бы, соблюдающее внешние физические ограничения, но постоянно нарушающее известные границы реальности, нестабильное, изменчивое. Примечание. Информация о точках контроля и исследованиях в процессе стабилизации и защиты основных секторов представлена в отдельной презентации. После масштабных исследований и расследования здание стало штаб-квартирой бюро 13 ноября 1968-го. Федеральное бюро контроля никогда не действовало в открытую. Его деятельность всегда была запутанной и секретной. Представьте себе наше удивление, когда препятствующие наблюдению здания аспекты начали необъяснимым образом влиять на бюро.
должен быть способ повернуть эти рельсы. Может, рядом есть панель управления? Должен быть способ повернуть эти рельсы. Может, рядом есть панель управления?
Вы слушаете «Ночную Америку». 29 лет, проливающую свет в тени. Спасибо, что остаетесь с нами. Вот и первый звонок. Я хочу рассказать. Если они узнают, я не представляю, что случится. Кто узнает, брат? Мужчины в костюмах. Они сказали, что это была промышленная авария, но это нечто другое, то, о чем никто не говорит. Ординар. Это явно звучит не очень ординарно, приятель. Нет, не ординарно. Ординари. Это город. Это была не промышленная авария, как говорят они. Но это херня собачья. Воу, пожалуйста, следите за языком. Пусть сейчас и 2 часа ночи, но мы и семейное шоу. Простите. Просто там жил мой брат. Они сказали, что город разрушен. Но это не так. Я был там. Люди ушли. Но город на месте. Он все еще там. Выходит, исчезает население целого города, но город остается. Скажите, была ли где-нибудь написана фраза «спасения нет»? Я не уверен. То же произошло в Бразилии в 23-м. В деревне под названием Хоэр-Верде. Более 600 человек просто взяли и ушли. Правительство заявило, что они бежали от партизан. Но мы знаем правду. Массовое похищение, предсказанное моим регулярным гостем, доктором Куинси Рейганом. Похищение? Вы про инопланетян? Херня собачья! Я знаю, они врут! Я просил вас следить за языком, слушатель. Боюсь, нам придется вас отключить. И как раз вовремя. Время для короткого перерыва. Оставайтесь с нами. Ночная Америка вскоре вернется. Любопытная корреляция с еще непостижимыми силами, вторгающимися в наш мир, в форме альтернативных мировых событий. Эти силы тяготеют к архетипическим объектам, пистолету, телевизору, дому с привидениями. Итак, очевидно, человечество влияет на этот процесс, наша коллективная бессознательная эдакая карта. У нас есть ключ, но мы не знаем, как им пользоваться. Мы создаем архетипы через повседневную жизнь, популярную культуру, городские легенды, но наблюдаем и влияем на сложную систему в действии. Мы можем изменить вероятность превращения предмета во вместилище этих сил, просто подумав о нем, но мы не можем предугадать результат. И все же, есть нечто уникальное в нас, в наших снах, в концептуальной реальности, подпитываемой нашими умами. В чем причина? И каков эффект? Являемся ли мы отправной точкой этого или просто необходимым злом, побочным продуктом, отражением, проекцией? Мы будем пытаться найти ответы на эти трудные вопросы. Или погибнем.
Ежегодная оценка Дилана Фейдена, бывшего И-6, проведенная доктором Карлой Вон. Заданные вопросы соответствуют пятой итерации психологической оценки по Гумерсу. Дилан, вы готовы? Тогда начнем. Опишите одним словом окружающий вас мир. Где Каспер? Сегодня доктора Дарлинга нет в здании. Он никогда не выходит. Он не хотел приходить, да? Он не заходит со времен Робертса. Скажи Дарлингу, я не виновен. Я не мог это контролировать, но теперь могу. Я научился. Скажешь ему? Опишите одним словом окружающий вас мир. Тюрьма. Холодная, пустая тюрьма. Даже без плаката на стене. Какое следующее число в последовательности? 3, 6, 9, 12, 15? 18. Какой сегодня день? Откуда мне знать? Календарь мне никто не давал. В лесу вы нашли кролика. Он дышит, но не шевелится. Вы не видите крови. Что вы сделаете? Оставим. Объясните. Не имеет значения. Кролик не настоящий. Все не настоящее. Какой сегодня день? Тебе нравится задавать вопросы, на которые нет ответа. Это что, побуждает вставать по утрам? Это мечтала делать, будучи маленькой глупой девочкой. Можете описать мне собаку? В ординарии у нас был товарищ. Носатый Нил. Когда все покатилось, посыпалось, ты в курсе. Носатый Нил превратился в собаку. Или в нечто типа собаки. Какой завтра день? Пошла нахер! Я не знаю! Никакого календаря нет! Откуда мне, блядь, знать? Дилан, успокойтесь! Нахуй тебя! Нахуй тебя и нахуй Каспера! Эй, эй! Ты смотришь это, старый мудак? Ты отправил сюда эту суку, потому что боишься меня? Где этот Каспер? Охрана, пришлите группу, мне нужно...